со шпинатом. Чтобы приготовить это блюдо, нарежьте ветчину соломкой, натрите сыр, взбейте яйца. Взбейте шпинат с молоком. Соедините все ингредиенты. Смажьте сковороду маслом. На сковороду влейте смесь для омлета. Дайте омлету прихватиться. Лопаткой подденьте край и сверните в рулет. На освободившееся место долейте яичную смесь. Сверните омлет в рулет. Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!